Я так устал грешить и лгать, любить, прощать, ползти, взлетать и на себя сквозь ад смотреть, застыв, стоять, молчать, терпеть. И день за днем играть с огнем, просторный дом, но тесно в нем. Весь мир ко дну, и я тону сквозь толщу вод. Тебя молю, дай мне час до восхода, дай вздохнуть мне свободы, разобраться в себе с демоном в голове. И пускай летит время, укрепи мою веру, помоги мне в войне с демоном в голове. Я могу спать, не закрывая глаз, искать ответы, погружаясь в транс, нырнуть в реальность ровно через час, собрать свой пазл, посетив Парнас, под микроскопом рассмотрев успех, за новой порцией пойти на грех, просить прощения на краю моста, не прыгнув вниз, совесть чиста. За все эти банкоматы, за аренду офиса, всему этому скоро настанет конец. Именно поэтому Тинькофф Банк – самый большой онлайн-банк в мире. И это самый лучший банк России, потому что мы здесь для клиентов. А другие банки, они работают для себя. Тинькофф – это банк для молодых, банк для будущего. Тим, давай, покажи карту. Я не понял. Ну, давай, повторяй за мной. Тинькофф, банк для молодых, банк для перспективных. Ну что ты сидишь? Я тебе бабки плачу или что? Давай. Олег, ты знаешь что? Засунь эту карту себе в жопу. Когда ему понадобится кредит на квартиру, куда он придет? Артист. У меня таких артистов на каждую карту по артисту. All Games, Google Play. Через неделю вернется, никуда он не денется. О, Тима, давай сфотографируемся. Иуда продал душу за Бугатти, стал узнаваем и попал в круг знати. Чтоб не отняли бизнес, много платит, но в судный день все это мало значит. Нашел друзей среди врагов и понял, что есть чужие люди в моем доме, что в близком друге может жить омен, что дверь не стоит открывать знакомым. Я приземлился в Каннах на Фальконе, так много женщин на моем балконе, как горстка скитлс на моей ладони. Я разорвал нити любви в погоне. Жизнь показала, кто и сколько стоит. Ты хочешь правды, но она расстроит. Успех меняет все твои устои. Это твой выбор, рушить или строить. Сейчас вы видели, как известный рэпер Тимати сбил нашего репортера. Димаршем на пресс-конференции эта история, к сожалению, не закончилась. Скандально известный рэпер сбил своего поклонника только за то, что тот хотел сделать с ним селфи. Ну что, общаться с ним не желаю. Закрыл окно, посоветовал мне вот таким движением, сломал его. Я человек близорукий. Да, ботаник. Многие люди обжигались на свои меня, как бы очкариков. Сейчас мы находимся возле дома Тимати. Возможно, нам удастся поговорить с Тимати и выяснить, что все-таки произошло на самом деле. Рвется наружу мое альтер-эго, над моей головой чернеет небо. Призрак тщеславия мой главный демон. Это вопрос, за кем будет победа? Пусть в кулуарах ходят разговоры, что я открыл свой ящик Пандоры, что с небесами я сейчас сори, что с демоном вступил в переговоры. Вам не убить, вам не воина, вы сгорите в вагоне. И в этом вся суть иронии. Вы просто маленький пазл в этой вечной симфонии. Съедите сами себя, а я достигну гармонии. Да.
После ночи наступил рассвет. На землю тихо опустился снег. Моего демона потерян след. Я понял, без него меня нет. Я открыл свои глаза. Перезагрузка всех систем, пауза. Ушло чувство усталости и страх. Вообще не сплю, я на ногах. Вся моя жизнь как по схеме. Я выполняю маршрут и живу по системе. Наверное, эту программу писал какой-то злой гений. Тоталитарный сверхплан, как геноцид поколений. Да. Борьба добра и зла теперь мне чужда. Электроблок, вот что мне нужно. Прокладывая путь, звенит мой молот. Все изменилось, потому что я...